Да, видно, по-моему, да? Круто прямо. Шло, пошло. Так, наверное, переборщили. Так, где, говори? На спине? Да, на спине. Все, прикрыли. На ногах терпишь? Терплю. Булки. Прям круто. По булкам, да? Так, опять открываем. И еще раз поджигаем. Поджигаем, да, по тем же местам. Вон оно пошло. Так, в цирке, да? Накрываем. Спину, да? Булки. Булки сразу, так. Ноги тоже, да? Все, накрыли. И вот по тем же местам, там еще спирт же остался, да, не до конца сгорел, по тем же местам мы проходимся еще разок. Если горячо прям сильно, да, то можно вот открыть и как бы остудить. Зато посмотрите, видите, сразу прогрелись все эти зоны. Вот они видны под пленками. Видите? Да, видно. Вот, видите, как сразу прогрелось. Так что эта процедура, она самостоятельная, как вместо массажа, так и подготовка для мануальной терапии. То есть разогревается достаточно быстро, если мы массаж там 30-40 минут делаем, да, то здесь можно все это сделать буквально за... Буквально за там 15 минут. Испарилось уже, да, спирт? Да, испарился, да. Так, попа, попа мне напомнит. Так, говорит. Так, давай, тушили. Ноги. Попу сперва. Так, здесь нормально? Держим, держим. Хорошо, держим, ждем. Я видел еще, знаешь, как делают, там несколько слоев этих полотенец. Да, несколько полотенец можно, да, подложить, чтобы дольше как бы тепло шло. Оно будет мягче, немножко подольше, да. В принципе, это то же самое. Согрелся. Вот. Спину тушу. Спину так, да. В принципе, тушится даже вот рукой можно тушить. Видите, это безопасно, в принципе. Можно и рукой.